Вот такое отверстие, такой формы было у нас вот под сиделом. Вот такой вот формы аэродинамической был подсидел. Торчал у нас практически вот по эту отметочку. Не могли его вытащить вручную. И, в общем, 2 недели ушло на замачивание. То есть мы его замачивали, продували. И затем вот таким вот способом. То есть у меня обратного лотка нет. Я надел шатун, подцепил. И мелкими ударами потихонечку его вытащил. Надеюсь, что он будет жить, но подсидел покупать не придется.